Приветствую всех. Это Конан Изгнанники, получивший недавно такое глобальное обновление дополнения «Эпоха волшебства». И я, собственно говоря, почему решил записать видео. В Конана вставлять моды такой процесс не самый простой. Поэтому хочу рассказать, как я это делаю, чтобы это делать было проще. Сейчас я найду мод, который у меня точно не работает. Да, вот склад. С этим он не хочет работать. Нажимаем назад. Выйти. И потом запускаем игру обратно. Посмотрим, что у нас получится. Мы ждем, игра. Запускайся. Ну, пока она запускается, расскажу сразу. Вот. Ага. Ладно. Вот, он вызвал ошибку. Мы соглашаемся. Да, ошибка у нас есть. Вот он нам предлагает очистить мод-лист. Вот он как раз этот мод-лист в папочке с игрой. В папочке я потом покажу, где оно лежит. Вот, он предлагает очистить, мы не соглашаемся. Почему? Мы согласимся, он уберет все моды. Держать в голове, какие моды заработали, или списочек составлять. Ну, как-то оно впадло мне. Поэтому я говорю, не-не-не-не-не, чувак, не надо. Ну, вот он этот мод. Не-не-не, не этот мод, иди же склад у нас. Получается, зря я сюда вынес. Что-то он склад сюда не вписал. Ладно, тогда придется чуть геморройнее еще. Расположение файла. Вот. Моды. Вот адрес. Игры. Conan Exiles. Conan Sandbox. Mods. И вот у нас этот мод лист. И вот, да. Я его открывал заранее, этот файлик у себя. Специально, думаю, открою заранее, чтобы потом не искать каждый раз. Ну ладно, придется делать так. Вот у нас мод, который не захотел работать, который вызвал ошибку, и поэтому мы его делетим и закрываем, сохраняем. Дальше запускаем игрушечку и начинаем геморроиться дальше с подключением модов. Ну, сейчас я просто покажу, что игра запускается без ошибки. И мод-лист у меня не очищен полностью. Тафай, запускай. Вот она запускается. Вот, ошибку не вызвала. Ну, в принципе, это все, о чем хотел рассказать. Ну, вдруг кто-то только начинает играть, только начинает пытаться поставить моды. И вот так вот страдает, геморроится, подключает, потом очищается все. Хорошо. Если кому-то помогло, я очень рад. Если было интересно, захотите, будет еще. Пишите, комментируйте, не болейте.